Ребята, всем привет! Вы на канале Хобби Отдых, рубрика фотографии фотостоки. Поздравляю всех с Новым годом, чтобы в этом году у нас лучше продвигались дела и самое главное здоровье. Что, подводим итог за декабрь месяц, за третью декаду декабря прошедшего 21 года. Значит, было загружено у меня 95 фотографий и 28 видео. Это отчет с 21 декабря по 31 декабря 2021 года. Значит, продажи у меня произошли следующие. Всего 7 стоков, остальные никто ничего не продали. Значит, сейчас посмотрите фотографии, которые я загрузил. Вот они, буквально 25 штучек. Значит, на седьмом месте находится Dreamstime. Он продал две фотографии на сумму 70 центов. Вот какие фотографии продал он. На шестом месте Big Stock. Big Stock продал одну фотографию за 1 доллар. Пятое место – депозит. Депозит продает 4 фотографии на сумму $0.05. Вот что он продал. На четвертом месте – Мосфотос. Продает 2 фотографии на сумму 1,49 евро. На третье место 123RF. Продает 5 фотографий на сумму $2.77. Вот такие фотографии он продал. На втором месте Adobe. Adobe продает 10 фотографий на сумму $8.70.
первое место, шаттер, 34 фотографии проданы и плюс 2 видео. Сумма $43.38. Вот посмотрите, что он продал, несколько фотографий. Так, ну а теперь то, что iStock присылал сведения у меня. Значит, у меня было продано на iStock 111 фотографий и 13 видео. Сумма составила $69.30. Суммы сам очень смешные. Есть по одному центу, даже одна фотография была как бы подарок по нулям. $0, 0 центов. Вот такая ситуация с iStock'ом. Ладно, все, теперь давайте сейчас я подведу итог за полностью весь декабрь месяц. Значит, всего у меня портфолио на сегодняшний день, то есть на 31 декабря 2021 года, составляет 10549 фотографий и 2093 видео. Продано было всего 301 фотография и 15 видео. Alamy, Canstock Photo и Pond5 по нулям. В декабре они ничего не продали. Восьмое место занял BigStock с продажей 6 фотографий на сумму $2.25. Седьмое место депозит. Депозит продал 10 фотографий на сумму $2.98. Шестое место занял Mosfotos. Mosfotos продал 7 фотографий на сумму $3.24. На пятом месте Dreamstime. Dreamstime продал 9 фотографий на сумму $4.10. Четвертое место 123RF. Продает 12 фотографий на сумму $4.97. На третьем месте Adobe. Adobe продал за декабрь месяц 29 фотографий всего на сумму $24.10. На втором месте iStock, 111 фотографий на $69.30. И первое место Shutter, продал 117 фотографий и 2 видео на сумму $129.14. Итого сумма составила за декабрь месяц $240.08. Вот такой отчетик у меня за декабрь месяц. Значит, как я вам говорил, планирую числа 22-23 сделать ролик по всему 2021 году. Рассказать, кто там что как продал, как вообще
себя Велистоки у меня. Вот так, в принципе, все. Все, подписываемся, ребята, на канал, ставим лайки, не забываем нажать колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие видео. Все, всем спасибо за просмотр и всем удачи. Пока!